Кирпич или камень? Светлое или темное? Зачем выбирать, когда можно скомбинировать? Привет, друзья! Меня зовут Даниил, и вы на канале Альтопрофиль. Сегодня мы расскажем вам, как можно комбинировать отделочные элементы на фасаде здания. Обычно фасад здания делают в одном материале и одного цвета, отделяя только цоколь. Здесь же очень интересное решение, когда часть фасада сделана из светлого кирпича, а часть из темного камня. Физически, я имею в виду в монтаже, этого добиться достаточно просто, потому что сам материал как конструктор вы можете комбинировать одно с другим. Здесь же используется дополнительная планка для отделения одного материала от другого, но при этом вы можете напрямую стыковать панели между собой за счет того, что замки одинаковые. Правильная композиция цветов и материалов выделит ваш дом по сравнению со всеми остальными в округе. И за счет простоты работы с материалом и его комбинирования с разными материалами вы можете использовать, например, на одной стене несколько фасадных панелей, а на другой стене вы уже можете использовать сайдинг. Помимо этого, и сайдинг, и фасадные панели вы можете комбинировать на одной стене за счет отделочных элементов. И все как раз может объединять у вас угол от фасадных панелей. Счастье кроется в мелочах. А красота вашего дома будет зависеть от того, насколько правильно, красиво и эстетично сделаны самые сложные узлы здания. Это окна, двери и углы. Не у всех производителей есть красивые отделочные элементы именно для этих сложных узлов. И неважно, какой материал вы выберете. Фиброцемент, фасадные панели, сайдинг или фасадную доску Altoboard, у нас есть решение для всех этих материалов. Это система Altodecor, наличников и откосов и система отделки углов. С ней ваш дом будет смотреться эстетично и красиво. Я всегда мечтал о втором этаже в доме, чтобы выйти утром или вечером с чашечкой кофе или чая, посмотреть на участок и получить удовольствие. А как сделать второй этаж безопасным? В этом вам помогут перила из древесно-полимерного композита. Их вы также сможете найти в ассортименте нашей компании. Друзья, не бойтесь мечтать, не бойтесь экспериментировать и воплощать самые смелые ваши задумки в том месте, где вы живете, где вам будет комфортно и приятно, там, где вы проводите больше всего времени. А наша огромная линейка фасадных материалов от Altoprofil поможет вам в этом. До новых встреч, друзья! Спасибо!